Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, по вторникам эфир, вечерний эфир канала ТСВ продолжает программа «Компенсированное время». У нас вновь в чемпионате пауза, вновь две недели без нашего молдавского чемпионата. Собственно, как и без других сильнейших и не очень сильных европейских чемпионатов. Пауза, вызванная играми сборных. Ну и пользуемся мы этой паузой для того, чтобы познакомить вас с очень интересным гостем. Я знаю, что многие из вас очень давно ждали именно поговорить, пообщаться и послушать именно этого человека. Дали мы небольшую, выдержали небольшую паузу, чтобы был уже как бы предмет, конкретный предмет для разговора. Ну и сегодня, наконец-то, постараемся вот этот информационный вакуум, наверное, какой-то восполнить. Тем более, что, повторюсь, наверное, очень многие из вас ждали общения именно с этим гостем. Ну а представит Мирослав Фримович. Добрый вечер. Александр Макаревский, как всегда, программу начинал. В августе у «Шерифа» появился новый главный тренер. И сегодня он у нас в студии, Зоран Зекич. Зоран, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Зоран. Спасибо большое, что нашли время. Мы знаем, что вы фактически, ну, чуть ли не сразу же после тренировки к нам сегодня в студию пришли. А спасибо вам, что пригласили меня в гости. Да, у нас только закончила тренировка. Сегодня день, как и каждый другой, работаем и все. Вы готовитесь к матчу с Костюленами, который пока вот так получилось, что он подвис, непонятно, состоится или не состоится, но, как мы уже успели с вами поговорить, вы, собственно, пока на это особого внимания не обращаете. Нет, конечно, я думаю, да, эта игра будет, а после этого, что будет с Костюленами, не знаю, мы готовим команду, как нормально, до субботы, что игра будет. Паузы вот эти в чемпионате для сборных, как вы, как тренер клубной команды, на них реагируете? Они самые трудные, выводят команду из колеи или нет? Потому что есть какой-то, наверное, недельный цикл, который вы готовите команду к каждому матчу. У нас уже два раза была такая пауза. Тогда был период, в котором мы готовили команду 70% по кондиции. И, конечно, тактика есть каждый день на тренировке. Сейчас только еще три игры есть, и не работали только на этом. Разрешили, думали этим ошибкам, что сделали на последней игре. И работали на этом. Сейчас посмотрим, как это получилось. Ну, я думаю, мы еще вернемся к последней игре с дачей, вообще к матчам с дачей, потому что, к сожалению, пока для «Шерифа» они самые неудачные. Хотелось бы поговорить о вас. Конечно, можно найти информацию в интернете. Вы очень долго играли в футбол, аж 19 лет. Почему именно так долго? Вы, наверное, ваш Тархнишвили у нас играл тоже очень долго. А только одна разница, ваш был защитник, я нападающий. Я долго играл в футбол, потому что очень люблю эту. И когда играл в футбол, и сейчас, когда тренер, очень люблю эту работу. И меня это очень радуется каждый день быть на поле. И, конечно, я был нападающий. Человек можно дать головы каждую игру, каждые 2-3. Конечно, да, это радует человека. Только что я последние 3 года я был и тренер, и футболист одной команде. То есть вы и играли, и тренировали? Да, я играл и тренировал, да. Так я начал свою карьеру. В Максимире, если я не знаю. В Максимире, да. Там начал учиться по этой работе, и там было очень трудно работать, не было никакой условия для работы, а на концу все хорошо закончилось. При этом в Максимире 28 матчей, 24 гола забили. Это уже как тренер было, да? Да, уже как тренер, конечно. Все мячи шли на меня. Ну там вообще, если посмотреть вашу статистику игрока, если честно, ну там просто сумасшедшая статистика. Там во многих командах у вас сколько матчей, столько и голов. Вы были, да, судя по всему, очень забивной форвард. Помните, сколько вообще вы за карьеру забили? Мы посчитали, не знаем, если интернет, конечно. Я знаю, у чемпионата Хорватии забил 92 гола. У Кубоку Хорватии примерно 30. И у второй лиги 150. Мы посчитали 176 голов у вас в Хорватии, ну, за клубные и один за сборную. Вы два матча за сборную и один гол, да, провели? Да, если, да. Опять же, если интернет, да, не обманывает, что это за гол был за сборную, помните? Это был гол против Болгарии, квалификация для чемпионата Европы 2004 год. Угу. А как, почему с такой сумасшедшей статистикой только два матча за сборную? У нас много хороших футболистов. В это время, когда я играл за сборную, было много хороших нападающих. Примерно Шукер еще играл, Влаович играл, эти Прша, который играл в Франции. Много хороших футболистов. Но выиграть конкуренцию Шукера, наверное, это очень сложно было, потому что это был, наверное,
Ну, я не знаю так на скидку, но, наверное, один из самых знаковых футболистов хорватских, вот если брать последний период 20. Есть, просто у нас была эта генерация футболистов, которая 98 года была закончена на третьей позиции на чемпионату мира. Это все знакомые футболисты. Там играл Просинечки, Бобан, Шукер, Ярни, Влаович. Много-много хороших футболистов. Объясните, мне просто интересно для себя, почему в Хорватии страна, в принципе, небольшая по территории, да и по численности населения, наверное, такая же, как Молдавия, около 4 миллионов человек, ну, плюс-минус, точную цифру я не знаю. Почему так много хороших футболистов? Это очень сложный вопрос. Я думаю, да, это традиция, такой менталитет там. И в Хорватии, так как было раньше в Югославии, много талента есть, как по футболу, так и по баскетболу, и по многим спортам. И сейчас, это что хочу сказать, на последние 50 лет много работали с этим, и сейчас уже легче. У нас тоже нет слова для работы, как и здесь. Я могу сказать, что в Молдавии лучше условия для работы, чем у нас. Есть много хороших тренеров, есть люди, которые любят свою работу, много работают на себя. У нас есть эдукация каждые 3 месяца, и все время у нас есть разговор. Еще хороший футболист, и это рецепт. То есть, насколько я правильно понимаю, все зависит от желания? Конечно, все зависит от желания, да. Без этого нет. Если настроения нет для работы, можно быть много талента. Талант есть 20%, работа есть 80%. Вот вы говорите, что условия тренировок в Хорватии хуже, чем в Молдавии. То есть страна на самом деле побогаче будет, чем Молдавия, да. Правильно? Но условий меньше. Влияет ли это как-то на то, что люди вот собираются в кулак, говорят, даже если нет условий, мы все равно достигнем там? Конечно, я вам хочу сейчас сказать, я когда начал с этим работать как тренер, это маленький клуб, где я работал. У нас было очень плохое условие. Там футболисты приходили каждый день и работали без деньги. Работали каждый день, когда у них есть миллион зарплату. И после этого, конечно, помогли меня и себя тоже. И сейчас уже играю серьезный футбол. 3-4 футболиста. То есть из Максимира, из, да? Из Максимира, да. А можете их назвать? Да, он играет там где-то. Ничего вам не значит. Играю сейчас в Хорватии, в первой лиге. Там есть 2 футболиста. Клуб. У Локомотив Загреб есть 1 футболист. У Хайдук Сплит есть 1 футболист. У Осику 2 футболиста. Пошла в Германию играть, не знаю, какой ранг. А меня это очень радуется. Почему у вас в Германии не получилось? Как у футболиста. Думаете, это как тренера? Не, как у футболиста. Как вы играли там небольшой период за клуб 4-й региональной лиги, по-моему. Я там играл, у меня был проблем, какой у Хорватии был, там только полгода, док не разрешил это проблемы в Хорватии. А то есть там аренда была, да? Там была аренда, да. Одна из, не знаю, насколько значимых, сейчас вы, наверное, подтвердите, это вы стали чемпионом Израиля в составе Макаби. Это... наверное, самый удачный зарубежный опыт, опять же, если не брать германский опыт, который такой, да, достаточно неоднозначный. В Макаби вы поиграли, вы один сезон поиграли, да, по-моему? А почему дальше, как бы, зарубежная эта карьера дальше не задалась, если вроде бы вот так? Посмотрите, у меня был раньше один большой проблем. Я очень люблю Хорватию. И у меня была семья, сын был маленький. И после этого года, когда закончили Макаби Хайфа, мы закончили на первой позиции, взяли кубок. И меня пригласили в Динамо Загреб. Uh-huh. И после этого не было никакой вопроса. Ну, от таких предложений не отказываются, наверное. Динамо Загреб это... А для меня нет. Я когда начал играть в футбол, это был цель у меня, чтобы я один день играл в Динамо Загреб. Uh-huh. И когда пригласили меня, там без вопросов. Максимир это, ну, по сути, это фан-клуб загребского Динамо. Так можно назвать, да, я думаю? Не, это один маленький клуб. После этого я работал с вторым командой Динамо Загреб. Это понятно, да. Максимир, это считается фарм-клубом Динамо Загреба или нет? Нет, нет. Это клуб есть очень близко Динамо Загреб. Никакой связки нет с Динамо Загреб. Никакой нет, да? Нет. Потому что мы знаем, что Загреб играет на стадионе, который на стадионе Максимир называется. Да, да, да. Поэтому я и думал, что что-то общее между ними. Нет, это 1 километр разницы, а никакой связки нет с этим клубом. Это очень маленький клуб, где, слава богу, да, меня там дали шанс, чтобы я начал с этим работу. Хорошо, давайте все-таки, наверное, ближе уже к нам. Да. Вспомните, как у вас поступило предложение перебраться в Шериф. Долго ли думали? Насколько для вас это был вызов, не вызов? Вот как вот это все происходило? Конечно, конечно, это был вызов. Я не думал много. Меня здесь пригласили только на 2 месяца.
чтобы работал с этим командой U15. И я ничего не думал, когда вышел здесь. Только пришел на работу, начал с работы. После этого меня нравится здесь, люди в клубе были довольны со мной, и после этого начал разговор дальше. А как думаете, почему именно на вас обратили внимание? Как-то были какие-то контакты, как объясняли, почему? А перед этим никакой контакта вообще не было, не знал ничего о меня, я не знал много о клубу. Просто это так получилось, смотрели на меня на работу, что, какое у меня задание есть, какое требование по тренировке, какая у меня идея есть, и после этого... Думали, да я могу здесь помочь этим молодым футболистам. После этого начал работать со Тароем Шарифом. Работал 8 месяцев. И у меня это было... Я там получил много удовольствия с этим молодым футболистом. А не было для вас как-то... Ну, страшно это не то слово, наверное. Вот не казалось ли вам, что будет неудобно, потому что все остальные тренеры у нас юношеские, это местные. То есть все местные, вы один иностранный специалист. Вот... какие-то сложности. Не казалось, что будет сложно именно в этом плане? Так, конечно, да. По каждый день есть сложно, если человек себя так сделает. Если человек верит в себя, если любит эту работу, я очень люблю эту работу, если хочет работать, ничего сложного нет. Конечно, да, много проблем есть каждый день по работе, но я не смотрю так на это проблемы. Для меня это... Если сегодня проблем, я знаю, да, это надо разрешить, надо сделать анализу, надо поговорить с футболистами, и когда человек... Работа это каждый день и дело так, и после полгода, если видит большой прогресс, конечно, да, это и большое удовольствие у человека. Вы до прихода в Шериф говорили на русском языке? Нет, вообще нет. Нет. Это сложность, мне кажется, большая, прийти с 15-летними ребятами, молодыми, вам нужно было сразу найти общий язык. А, конечно, сейчас я, когда помню эту ситуацию, я вообще не знаю, как мы это делали. Я не знал ни одно слово, я... Умею разговаривать по-английски, по-германски, они не знали это. Сейчас, если меня поставить вопрос, как это было, я не могу это объяснить. Просто это, что уже сказал, если человек любит свою работу и не думал по такой проблеме. И на концу я сказал сам себе, это футбол, это один язык. Но вот обычно говорят, да, что игроки, особенно в взрослых профессиональных командах, мы разговариваем на языке футбола, вот такие фразы, общие фразы мы друг друга понимаем. С детьми, мне кажется, это совсем по-другому. Они так не настолько, скажем так, тем более, что учитывая, что 15 лет там нету иностранцев, все местные, все разговаривают между собой на одном языке, тут приходит тренер, который буквально на пальцах начинает нарушать. Конечно, было очень трудно и для команды, и для меня. Первые 10 дней я бегал с этим футболистом, это там, ты надо быть там, ты надо быть там, так, и все. После они меня, как это сказать на русском? Начали понимать. Начали понимать, и они очень хорошо меня принимали, понимаете, и очень много помогли мне. Ну, у вас сейчас отличный русский, это так в качестве комплимента за очень небольшой срок. Спасибо, я знаю, до меня надо еще время, для этого будет. Буду еще лучше. Давайте поговорим о второй команде. Все-таки вторая команда, это, можно сказать, будущее, да, первая команда. Да. И работа, на самом деле, поответственнее, чем в академии футбола. Все-таки 17 лет уже с дядьками играют. А все соперники, с которыми играла вторая команда, это крепкие мужики в большинстве своем. Ну, там пару дача вторая, там тоже дети играют. Зимбру второй, то же самое. Какие цели, какие задачи вы перед собой поставили, придя на этот пост? Вот лично для себя. Я, когда начал работать с этой командой, я хотел, чтобы эта команда играла модерный футбол, чтобы не было, конечно, прогрессии по шоту и по работе. И хотел, чтобы мы играли в футбол по-другому, чем сейчас, как сейчас в Молдавии играют все команды. И, конечно, это начало было очень трудно. Играть с много паса, играть с много ритма, играть нижний футбол. Раньше привыкли се на другой футбол. И в начале было много проблем. 3-4 месяца было много проблем. Вы какой футбол? Вот в связи с этим у меня вот такой вопрос. Какой футбол вы предпочитаете как тренер? Посмотрите, это не только что я хочу. Это сегодня такое требование, такой модерный футболист. Играть быстро, играть много, надо работать без мяча, чтобы быстрее принимать решения, чтобы быстрее менять страну, играть со много вертикальных пасов, быть лучшая реакция на потерянный пас, на подбор. Много есть этих моментов, это только модерный футбол, ничего специального я не придумал. Большая разница между комплекцией, скажем так, вот, например, хорватских футболистов, да, и молдавских. Да. Все-таки
хорватская нация, она, нужно признать, покрепче, повыше, покрепче. Вы тут нашли очень много молодых футболистов, ну, может быть, позже начинают расти физически. Это была для вас проблема, учитывая тот, там, ту модель футбола, которую вы предпочитаете? Нет, для меня это нет проблем. Меня и не нравится, когда футболист со 16 лет уже готов. Если он со 16 лет уже готов физически, ты не можешь ничего сделать, никакой прогресс после этого. Просто я не смотрю проблем так по физически. У меня был большой проблем по пониманию футбола. Я не говорю, да, это тренеры плохо работали раньше. Просто у меня такое понимание футбола, и у нас в Хорватии есть такой футбол. А сейчас, после 7-8 месяцев, там видно, есть, какой прогресс есть. И у меня это очень радуется, и меня это гордость, какой прогресс у них есть. И сейчас, когда вижу эти 3-4-5 футболиста, это большой прогресс на последние полгода. Вы считаете, вот нынешнее первое место второй команды в дивизионе А по итогам первой части и частицей своего тоже успеха, потому что вы там поработали? Конечно, да, я чувствую так. Это я им сказал, когда шел первую команду, но и дальше моя команда. Я работал, если работа с людьми 8 месяцев, если эти люди частно работают каждый день, если есть там уважение, все, я, конечно, не могу это забить. И меня это очень радует. В «Шерифе» всегда было принято, что тренер первой команды, ну, образно говоря, не то что консультирует, да, а работает с ребятами из второй команды. Как сейчас происходит взаимоотношение ваше с тренером второй команды? У нас каждый день и каждую неделю есть связка и по работе, и по упражнениям, и по все, что надо. Не можно быть у первой команды такая работа, у второй «Шерифу» другая требование. Надо быть нормальной связкой. У нас каждую неделю есть 4-5-6 футболистов, которые работают с нами, и я очень доволен с этим. То есть схема, по которой играет, да, вторая команда и первая? Да, вот и по схеме, и по работе, и по требованиям каждый день на каждой тренировке. А с другими детскими командами, не только со второй, а вот 15-16 там лет, да, вы как-то тоже контактируете, тоже поддерживаете? Ходите, скажем так, на матчи, например, если есть время у вас на... Конечно, когда есть время, конечно, доходим. Эти люди, которые работают с этими маленькими, я работал с этими людьми. Ну, вы сейчас, по сути, пусть не верхушка вертикали, но чувствуете себя, что вот эта вертикаль, которая в клубе есть, да, вы должны, в принципе, по идее, как мне это видится, участвовать там чуть ли не там с 8 лет, там, да, там, или с какими там, когда уже? Конечно, у нас есть у клуба много разговора и со директорами, там, и в академии, много-много разговора по требованию и все. И, конечно, и проблема много есть. Вообще, насколько, опять же, мне известно, хорошая считается академия, среднестатистическая. Я не беру сейчас ведущие, там, да, там какие-то голландские, может быть, Порту, там, да, академия там, или испанские. Считается, что если 1-2 игрока в год из поколения выпускает, это очень успешная академия. Как вы считаете, у нас в «Шерифе» вот в этом плане работает академия вот в этом плане? Да. Я могу сказать сейчас последний 5-6 месяцев, да, это видна разница по футболу, какой «Шериф» играет каждый возраст. И 10 лет, и 12, и 15, уже видна разница есть от футбола «Шерифа». И примерно, не хочу сказать, какая команда там «Зимбр», не знаю что. Мы уже начали с таким футболом, и только надо устраивать на это. И надо работать, тупить каждый день. И у нас будет, конечно, будет прогресс, и будет у нас футболист. Просто это процесс, для этого надо время. И уже есть у нас 3-4 таланта, с которыми, если мы будем правильно работать, это будет хорошо через 3-4 года. Есть, просто я встречал как бы среди болельщиков или просто там не очень больших там специалистов, но людей, которые говорят, что, ну, мол, в Молдавии футбол на самом деле, ну, не футбольная нация, и как бы особо нет смысла, как бы мы не футбольная страна, у нас не будет никогда больших успехов, мы будем играть там с Лихтенштейном на уровне и так далее. Вот вы считаете, это правильно? Это так и есть, или на самом деле это чересчур пессимистично? А мне кажется, да, пока еще есть. Я это с сожалением говорю. Если люди не верят в себя и в свою работу, почему вообще работать? Если мы думаем, что здесь мне не можно приготовить, который футболист, но можно приготовить нормальную команду, почему вообще работать это? Я не верю, что это так есть. Только надо менять мнение по футболу, смотреть, какой футбол сегодня есть, какой примерно футбол играет, не знаю, Байерн, или надо смотреть каждый день лучше от себя. И такое требование надо быть каждый день на тренировке. И, конечно, надо у этих тренеров быть эдукация каждый день. Не можно сказать тренер себя, я сегодня все знаю, завтра меня не надо больше учить.
Ну и, собственно, закрывая тему молодежи, Шерифская, я хотел вас спросить, по вашему мнению, как главного тренера первой команды, сколько примерно вот вы видите сейчас, на данный момент, футболистов из второй команды, которые в скором времени могут стать игроками основного состава? Это супер вопрос, вы сказали, в скором времени. Уже у нас есть 3-4 футболиста, которые уже играют. У них есть 18-19 лет. Ну, потому что должен быть по регламенту один человек, два. Я не смотрю так на эти проблемы. Хорошо. Это не только что они должны. Я хочу, чтобы они были здесь. Просто не хочу спешить с этими людьми. Если я сейчас буду сразу не поставлять 3-4 на игру, без никакой помощи примерно этих легионеров, это будет проблем для него. Мы будем все сказать, через год-два это нет качества для Шерифа. Это не так. Просто надо иметь с них, надо у человека быть идея, как это все сделать. Я уверен, что это 3-4 футболиста здесь будут через год-два. Будут здесь очень хорошие футболисты. И мы без этих футболистов не будем играть. У нас есть, как мне кажется, вот как бы просто мы уже много лет смотрим за нашим футболом, есть проблема у молодых игроков такая, что вот они определенный момент, вот этот перехода из молодых, скажем так, в профессионалы, уже взрослый футбол, вот на определенном этапе многие, к сожалению, останавливаются почему-то. Тот момент, где нужен именно вот этот самый качественный рывок, да, еще сделать буквально два шага, и ты уже действительно станешь хорошим, качественным профессионалом, многие вот почему-то где-то или ломаются, я не знаю, где-то вот, ну, посмотрите, вот, наверное, поэтому я и не тренер, вот поэтому и спрашиваю, как вы видите. Не, посмотрите, это очень сложная работа. У нас такой проблемы было раньше в Динамо Загреб. Uh-huh. И думали и придумали. Сделали вторую команду. Первую играли только эти молодые. После этого забрали 3-4 старших футболиста, чтобы были на помощь этим. Uh-huh. И так играли 2-3 года. После этого эти футболисты дали, значит, когда у них было 18-19 лет, играли один год примерно дает локомотиву Загреб, год-два. И после этого, от этих 15, есть два качественно. И из этих два качественно ты сделаешь хороший футболист. Это все процесс. Сейчас примерно эти Брозович, который играет для национальную команду, он был в таком процессе. Эти Антолич тоже был в таком процессе. Эти Ковачич, он был тоже в таком процессе. И много такой футболистов. Uh-huh. А какие два качества? Вот сказали, два качества какие? Не, я говорю, от этих 10-15 футболистов будут только два качества. Не можно от этих 10-15, чтобы было. А сколько футболистов сегодня играет в Байерне? В Баварии? Ни один. Ну, там есть, там достаточно хорошая школа, на самом деле, в Баварии. Окей, если это хорошая школа, где эти футболисты? Скажите им последнего человека, который играл до Баварии. Примерно. Ну, молодежи, я так вам и скажу, почему Порту работает школа великолепно? Почему она выпускает чуть ли не 10 человек? Порту работает, конечно. Вы знаете, какая база в Порту есть? У нас есть 70 тысяч людей, да, Тираспол. А в Порту база есть, у них есть база в Африке, у них есть база в Бразилии. В Бразилии, знаете, сколько людей живет? Ну да, селекция. У них большая база, большая селекция. Это у нас проблема. А только и с этим проблемами можно сделать здесь футболиста для себя. Только это процесс, на это надо ждать. Но главное, что у вас есть понимание, собственно, почему и где на этом этапе вот бывает останавливаться. Вы это, конечно, видите, вы это я знаете. Я это понимаю. Да? Посмотрите, Динамо Загреб, это говорят на последние 10 лет, что это лучшая школа футбола в Европе. Uh-huh. А я знаю так, как мы делаем. У нас есть много талента, есть. И что, если примерно какой ребенок у 12 лет, 13 лет играет примерно маленькую клубу в Хорватии, сразу его забираем. Uh-huh. И так у каждом году. И сейчас посмотрите, если так делаешь каждый полгода, год, какая это селекция. И, конечно, когда у него будет 18 лет, у нас есть 25 хороших футболистов, которые, ты можно сказать, через 2-3 года будут футболисты для Динамо Загреб. У нас еще и есть такая ситуация, как родители, которые у нас дают ребенка на футбол, и 16 лет, 17 лет уже начинают говорить, что мы уже переросли уровень Шерифа, мы уже хотим играть в очень богатых и хороших клубах. Дайте нам хорошую зарплату. Дайте нам хорошую зарплату. У нас есть тоже такая проблема. Специально из этого и здесь есть сложная ситуация для людей, так в Хорватии тоже. Такая экономия государства сегодня. И когда они смотрят только на телевизии, это звезды. Там, у этого есть 2 миллиона, у этого 5, у этого 10. Они думают, да это сразу будет так у каждого. Это не идет так. Ну, это в головах, наверное, скорее всего. Это голова, да? И, конечно, эти люди не встречались с такой работой, с футболом никогда раньше. В каком возрасте вы считаете молодого футболиста можно назвать уже созревшего игрока? Это все зависит. Вы уже сказали, я играл в футбол 15 лет. Я со 20 лет сейчас, как думаю,
со 20 лет, со 22 я не был вообще готов футболист. Я только думал, да я хороший футболист. И когда у меня было 27, я сказал сам себе, это все, что я делал, и это все, что я играл, это ничего. А есть футболисты, это у нас в Хорватии сейчас есть футболисты, которые со 18, 19, 20 лет уже готовы футболисты. Это все, сколько человек здесь готов у головы. Менталитет. И менталитет, конечно. Давайте поговорим о первой команде. Вы пришли в команду, когда, скажем прямо, не сложилось. Все ждали другого еврокубкового сезона. Получилось так, как получилось. Начнем мы, конечно же, с самого начала. Как вы думаете, был шанс вот в этой двухсторонней дуэли с Риекой попасть в групповой этап Лиги Европы? Я уже 3 месяца думал о этой игре с Риекой. Это есть проблема, когда тренер думает, да там у нас у Риеки была хорошая игра. У защиты, не могу сказать, в атаке сделали очень мало. И это разница качества в этом моменте. Река точно была за только лучше команда, чем мы. Я могу сейчас думать, у нас было на 0-0 был хороший момент у Балиме, на 1-0 так пропустили гол, там был момент так. Это все качество, это все работа. У Реки уже есть это стабильный клуб, уже 2 года есть один тренер, хорошая селекция, уже и состав практически они давно играют вместе. 70% состава там есть, который сегодня играет. И это все реально. На этот момент. Я думаю, если у нас будет, дай бог, игра через... На сбору, через 3 месяца, да не будет так. Скажите мне, пожалуйста, с чем связано то, что когда вы пришли, команда очень мало забивала? Но начала забивать много в последнее время. Это как говорили сейчас... Были проблемы в взаимодействии между линиями? Или были проблемы в мастерстве нападающих? Была проблема, много проблем было. Конечно, если есть новая группа футболистов, 10-12, это можно быть сразу все супер. А можно быть так, как нам и получилось. Что было, я не был здесь в началу, не работал первые 2 месяца, так-то не могу ничего сказать специально, я это не видел. Я знаю просто, когда в АЗЛ команду было много проблем и по психологии было много проблем, и по кондиции было много проблем, и по тактике, и технике, и все. Это нормально, это группа футболиста, это не индивидуальный спорт. И если начинается проблема у группы, это уже очень-очень трудно разрешить. Проблемы вы имеете во взаимоотношениях между игроками? Не, посмотрите. Или игровые чисто? Посмотрите, если это группа людей, группа футболистов, это такая работа. Если на работе не получится так, как все хотим, начиная нервоза. Если не веришь у себя, не веришь у друга, это все связка, одно другое, и после этого, конечно, да, это кошмар. Это не только здесь в Шерифу, такое много примеров есть. За это время вы как-то можете обозначить какой-то матч, который вы можете сказать, это очень близко к тому, что я вижу по игре команды? Это для меня мяч со Саксаном. Последний? Здесь последний дома, что играли. Это мяч, как бы я хотел, чтобы играли и в защите, и в полузащите, и в атаке, как бы были компактны в каждой линии. И, конечно, на концу конца это есть команда. Просто это надо повторить много раз, а мы это еще не успели. Но все равно практически после каждого матча, и особенно после матча с Оксаном, несмотря на хорошую игру, очень зрелищную, быструю, и счет по игре, вы все равно были недовольны. Вы... Не, посмотрите, я не могу сказать, да я не удоволен. Просто я знаю, что хочу, у меня есть идея, у меня есть визия, что я хочу от своей команды. И не можно, если сейчас выиграем, сказать, сейчас мы выиграли, все хорошо. Надо смотреть эти проблемы все и разрешать эти проблемы. Если это не разрешаешь, не успеешь, будет такая игра, как с Дачем, и там все наши слабости сразу будут видны. И это я сказал ребятам и после этой игры. Не было у нас никакой эйфории, ни эти 9 игр, которые выиграли. Не надо сейчас быть это, сразу сказать, это катастрофа. Просто надо думать все время о требованиях по работе. Какой у нас разговор каждый день, какое задание есть и что мы хотим. Если у нас есть цель, если верим в себя, это одно поражение можно быть хорошим для нас, если мы так понимаем. То есть идеальных матчей вообще не бывает, вот прямо идеальных с иголочки? У нас это еще не будет. Я бы хотел сказать, да это будет завтра. Конечно, мы стараемся каждую игру играть хорошую, каждую игру выиграть.
Ali što nije vrijeme dla eto, što bi mi skazali, eto je sječas i možda daći. У нас сейчас, конечно, сложная ситуация. Шериф на этот год начал очень плохо. Это я уже сказал, были проблемы по психологии, и такой. И я вот первых дней, и когда начали с работы, я сказал ребятам, мы должны здесь, конечно, каждую игру играть. И надо работать, чтобы у нас был прогресс по игре. И чтобы это все и делали, дай Бог, чтобы сделали команду, чтобы была готова для следующий раз, когда будет у нас игра в Европе. Вы, по-моему, я могу ошибиться, но, по-моему, точно. По-моему, после матча с Рекой, который неудачно для нас закончился, вот здесь давно уже ушли все футболисты, остались только там, по-моему, ну, хорватцы там с болельщиками праздновать. Вы очень долго вышли потом, вы сначала вроде бы зашли в раздевалку, вышли, потом один там возле кромки поля очень долго гуляли, я просто удивился, смотрел, что это было. Вы успокаивались, вы не хотели срываться, думали... Ну, просто удивительно, не каждый день такое увидишь. Тренер, после минут 20 уже после матча прошло, вы все уходили там. Да. Слава Богу, вы меня видели минут 20, это было еще 2 часа. А что после такой игры? Конечно, да, человек... После игры это первая нервоза такая. Что будут так. И говоришь сам себя, что проблем есть, делаешь это так, думаешь. После этого, когда я закончил с этим... Пошел у себя в кабинет, написал это все, разговаривал со своим помощницами, все, как, что будем, как. Уже сделали план, значит, это закончило. Угу. Мы это все потеряли, не можно ничего. У нас была пауза 2 дня, сказал команде, что и пошли на отдых. У нас было что придумать, что и как сделать, чтобы изготовили команду для чемпионата. А эти 20 минут или 2 часа, что я все думал, это не могу не объяснить. Это что-то такое свое. Это впервые у вас там, да, скажем так? Да. Или вы такие регулярно после неудачных матчей, это как какой-то, может быть, ну не то чтобы ритуал, но привычка уже вот такое, или нет? Не, посмотрите, я просто, меня надо время, как я хочу быть сам, чтобы придумал все. Если человек не ищет время для себя, чтобы это успокоились и придумал все, не можно не разрешить это проблемы. Я так думаю, и сейчас у нас без разговора. После этой 9 игр, которые мы выиграли, я знаю, у меня команда, смотри, так, мы играем 1, 2, 3, 5, 7, я все время неудоволен. Я неудоволен, я просто хочу указать на эти проблемы, что у нас еще есть для работы. На концу конца, и сейчас после этой 9 игр, которые выиграли, сейчас 1 проиграли, когда смотришь чемпионат Молдовы, ничего не сделали. У нас 29 очков, Вереса 29, эти 27, эти 25. А я не смотрю еще только на это. Я, конечно, хочу играть все игры. Хочу закончить, чтобы мы закончили на первой позиции. А тоже хочу, чтобы нас, когда собираемся здесь 12 января, чтобы мы могли начать с работы дальше, а не чтобы еще разрешили эти проблемы, которые у нас есть. Вы требуете от футболистов, как вы сами только что рассказали, как бы, ну, достаточно быстро переключаться от прошедшего, да, уже на будущее. Да? Вы сами умеете так быстро переключаться или вы очень долго переживаете, например, какой-то неудачный матч? Или вы умеете, вот на следующее утро он это выключится уже? Нет. Человек должен разрешить это все и сказать, конечно, я перво смотрю на себя. Проиграли с дачем, я возил у себя, сделал анализы, что работали на прошлой неделе, что это, что может, что. И так тоже футболист. И что я хочу от него, я не хочу просто, чтобы я там все время говорил, чтобы я все так, я хочу, чтобы они думали, чтобы они... Это у нас такая местная работа, я не могу это сам сделать, ни один тренер не может это сам. Я просто хочу, чтобы эти футболисты думали каждый день, почему у нас такая тренировка, почему у нас такое упражнение, почему у нас такое требование. То есть вы не любите такие, я так понял, эмоциональные, такие сильные встряски, чтобы это футбол... очень сильно горевать или радоваться? Нет. Это футбол нельзя. Если сегодня выиграешь, у нас, конечно, я думал, и у нас после Саксана была такая ошибка. Я первый раз сказал команде, что я удоволен, и можно я себя тоже расслабил. Я думал, да нет, а футболисты, они чувствуют все. Если я бил 10%, чем на прошлой неделе, конечно, это проблема. Из этого не надо так, никогда выиграешь, никогда проиграешь. Точно, если человек знает, какой цель у нас есть, если знаешь, что хочешь дальше, это не может быть такой проблем. Какая команда из пока 11, потому что непонятно, что будет с Костеленами, произвела на вас самое сильное впечатление? Посмотрите, я...
Или для вас все соперники равны, но скажешь, но со своим стилем игры? Конечно, да, у нас есть, перед каждой игрой, да, смотрим на резко и все, и да, это показываем футболистам, и да, делаем и тренировки примерно, что и как хочем играть. Но я это сказал уже футболистам, у себя, меня касается только моя команда. Если я буду каждую игру смотреть на соперника, как надо играть, то, конечно, я не дам ему там информации и чуть-чуть сделаем, что и как. Я хочу, чтобы мы играли в футбол здесь, это как мы работаем на тренировке. Если мы уже работаем 3 месяца, это зависит только от нас. Не зависит ничего от соперника. Есть... И на этот ваш вопрос, я не смотрю много соперника здесь. Конечно, когда играли с Реком в Европе, да, у меня была большая анализа для этого. Из этого, просто так, что Река в этом моменте была сильная команда от нас. То есть для вас важно, что соперник играл так, как позволяет ему Шериф, а не наоборот? Да. Окей, давайте чуть-чуть поговорим о составе. Понятно, что вы как человек, который стремитесь выигрывать все, это, я так понимаю, ваше кредо. Да. Это правильно, да? Вы, не будем, конечно, по персоналиям говорить, есть позиции, которые вы готовы укрепить в межсезонье? Конечно, да, есть позиции, но не просто, что у нас есть сами проблемы по этим позициям, чтобы я хотел, как и каждый нормальный тренер, чтобы у меня было на каждой позиции 2 качественных футболиста. Не только сейчас для этого момента, но чтобы приготовили эти футболисты для этих, через полгода, что нам надо. Почему на данный момент лучшим бомбардиром команды является Рикардиньо, который больше играет на фланге, а не центральный нападающий? Вы как нападающий... Посмотрите, у этой игры, пока мы сейчас играем, очень, очень трудно нападающий. Очень-очень трудно. Мы много играем с флангом передачами, много играем с атакуем пасима. И если вы смотрите, я так хочу, я эти 3 позиции у периода 4. Я не хочу, чтобы это был центральный нападающий, чтобы это был флангный нападающий такой. Я хочу, чтобы они менялись все время позиции, ритм, чтобы из второго плана, сейчас у нас Каду все время из второго плана, есть у него момента, и что не получается, как я хочу, есть Раду и так. Рикардиньо, у него есть качество, у него сейчас есть очень хорошее желание. Где это? И это все получилось на поле. Так как он работал на последние 3 месяца, это уже видно на поле. Конечно, команда него помогает с этой стороны. Вы согласны с тем мнением? Не будем. Я ни в коем случае не хочу перехвалить, но не признать это я не имею права, что за последнее время очень сильно вырос в мастерстве Вадим Пайрель. Спасибо вам. Я с этим согласен, но тоже так я это. У нас много разговоров есть. Я ему сказал, после Саксана, тебя сейчас, он еще молодой, стабильности у него еще нет. Он со Саксаном для меня играл хорош. И я думаю, можно еще лучше. И просто это как сыграл на команду, так до него. Это надо много раз повторить. Он еще это не можно, конечно. А у него видный прогресс есть. Так тоже у маленького Макритского. У него только 18 лет. И он сейчас играет каждую игру. Меня это не нравится, что он играет каждую игру. Не из-за того, что у него есть какой-то проблем. Просто, что у него надо отдых. Он не может с таким ритмом и с таким требованием каждую игру играть. И это нельзя. Скажите нам, что какое на данный момент состояние Марселя Митуа? Потому что не только мы, но и болельщики переживают. Учитывая, что он все-таки игрок стартового состава. Посмотрите, у него такой характер и такая желание для работы, да, он будет очень быстро назад. Просто сейчас у меня есть проблемы, я ему говорю каждый день, не спеши. Не хочу. Он очень хочет, да? Конечно, да, хочет. Он уже работал, но последний месяц, каждый день у нас есть специалист, с которым он работает из Хорватии. Каждый день потрясен взял, сегодня начал чуть-чуть бегать. И все будет нормально. То есть вы к зиме, к началу сборов уже ожидаете его возвращения? Дай бог, чтобы все было нормально, он у меня очень важный футболист и очень важен как человек у команды. И он... У него никогда нет никакой скидки, он работает каждый день 150%. Меня, конечно, как тренеру, эти футболисты нравятся, и такой футболист нам надо у команды, чтобы остальные футболисты это видели и смотрели, чтобы это, он есть пример. Вы в последних матчах использовали на месте центрального нападающего Тиаго. Это связано с тем, что не в лучших кондициях другие нападающие в команде? Это связано с этим, что вам я сказал 3 минуты назад. Для меня эта позиция... Центральный нападающий, фланг нападающий, это для меня это... у нас есть такая работа, я хочу, чтобы эти футболисты из второго плана много там и шли. Почему я не его
Почему еще Шога поставили? Потому что меня там надо человек, который можно сохранить мяч, который можно менять позиции с кадом. И много есть этих ситуаций. Я это так думал, как тренер. Можно это со стороны, можно быть чуть-чуть, не знаю как. А... Какая схема более приемлема для вас? 4-5-1, 4-3-3, 4-4-2. Какую схему лично вы предпочитаете? И есть ли любимая среди них? Посмотрите, схема это... Все зависит от футболиста, не от тренера. Значит, можно поставить схему 4-2-3, 4-3-3, 4-5-1. Все зависит от футболиста. Конечно, каждый тренер хочет в атаке, чтобы были больше нападающих, чтобы защиты были силы защиты. И у меня есть такое требование, чтобы у нас каждой в атаке было 4-5 футболистов. На последние 20 минут с дачу поставили 5 нападающих. Играли, когда у нас ни один нет. Тогда все зависит от футболиста и о настроении в этот день, и как получится. Вы жалеете о том, что сейчас в команде нету, скажем так, столба, то есть высокого, статного центрального нападающего, который мог бы выигрывать и вверх, и хорошо работал с мячом. Я не буду сейчас говорить о том, что есть такой футболист, как Ибрагимович, который все это может, но... Ну, Ибрагимович единица, да, скажем так. Нет, для меня сейчас в этот момент, что у меня эти футболисты, которые есть для меня, это лучшие футболисты. Я не думаю вообще по ни одному другому футболисту. Конечно, да, у каждого клуба надо быть селекция, так будет у нас. Как это будем сделать, сколько будет футболиста, я думаю, да, немного. Будет в межсезонье, будем думать, как называется, да? Нет, мы уже думаем об этом всем. Хочу сказать еще один раз, это... Я еще не могу сказать, здесь за много футболистов он такой или такой. Для этого всего надо время. Есть футболиста, какой нужна адаптация, 3, 4, 5, 6 месяцев. А если другой приходит и сразу конечно, адаптируется? Конечно. Вопрос по Жунинью, по Тегуару. Почему-то вот спрашивают многие, что почему-то в этом сезоне он не совсем похож на себя прошлого сезона. В прошлом сезоне он забивал в каждом туре, а вот сейчас... Не забивает, и видно, это прям очевидно, даже видно с трибуны, что он нервничает сам, ну, психологически очень переживает по этому поводу, как вы это можете. Ну, вы нападающий, вам, наверное, с ним проще к нему найти как раз слова. Посмотрите, это не так просто объяснить. У нас тут, конечно, много разговора есть и много объяснений, что и как надо поработать. Я не хочу смотреть ни Потигуара, ни Тиаго, ни Кадуа, ни Пейрела, ни одного футболиста здесь только на Молдаву. Конечно, да у нас сейчас есть еще проблема у молдавском чемпионате. А я хочу, и у нас на работе есть такое требование, чтобы могла быть серьезная команда, которая можно играть в Европе. И конечно, если тренер сейчас спросил меня за Тиаго, я так подумал до эту одну-две игры. И ничего, Потигуар с Саксаном ушел на замену, 20 минут сделал ассистенцию, дал гол. Да. Я ему сказал после игры, какая разница, играл ты 20 минут, играл, так можно играть 3 игры, не будешь делать это, что делают эти 20 минут. Понятно, да. Тем более, что от Тиаго как раз, Мирослав, по-моему, уже говорил, я тоже отмечу, что вот как раз это тот из футболистов, у которого прогресс в последнее время очень сильно заметен. То есть к Тиаго как раз, наверное, меньше всего вопросов, потому что он очень долго начинал, очень сложно начинал, у него были очень неудачные матчи, он выходил неудачно, вроде бы даже как бы уже болельщики начали как-то разочаровываться, и вдруг он сейчас у нас на глазах, не то чтобы расцветает, это очень громко будет сказано, но прибавляет заметно. У него есть резервы еще 30-40%. Много футболистов у нас есть, которые есть такое резерв. Просто надо на этом работать и надо менять Менталитет себя в голове. Не можно каждый раз, когда что трудно есть, сказать, а я это не хочу. Эти 10%, когда трудно есть, это очень важно в футболе. Это один метр, хочешь дать гол или не хочешь, или забрать мяч, или не забираешь мяч. У нас очень много бразильцев и вообще латиноамериканцев. Вы, наш европейский менталитет, ваш хорватский менталитет и бразильский, но это разные менталитеты, и, наверное, им все-таки те требования к профессиональному футболу, которые приняты у нас, им не так вложишь. Бразилец, он все равно где-то будет в хорошем смысле слова выпендриваться, простите за такое слово, с мячом, что-то там изобретать. Вы как бы готовы дать им определенную долю свободы, которую они хотят, как бразильцы, на поле? А, конечно. Или все-таки в рамки все равно? Нет. Посмотрите, примерно у Атаци, у нас есть принципы, что и как. А я не могу сказать, у меня нет это пульт для PlayStation. Uh-huh. У нас есть работа, все.
Конечно, в защите не можно быть ничего, что бы они придумали. В атаке есть индивидуальное качество. Просто команда надо сделать, чтобы там получилось это индивидуальное качество. Я не могу там сказать, тебе надо дать пас там, 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 если у него другое мнение на поле. Если это все получилось, почему нет? И там надо быть свободно. Есть ситуации, в которой можно быть, есть ситуации, в которых не можно быть. А тоже и в атаке там, если у него 3-4 касания каждый раз, или 5, или 6, или хочет дать пас друг на друга, конечно, да, это уже проблем. Это уже у нас ясно есть у команды. Кто хочет это понимать. Конечно, кто не хочет, mm-hmm. не может, это проблема. Это что вы спросили для бразильца. Конечно, да, в начале было очень трудно и для него, и для меня. Mm-hmm. Это просто такая работа. Каждый день много разговора, много работы. И я думаю, да, надо еще время, да, это будет все нормально. Ну и, собственно, перед тем, как, к сожалению, время у нас не резиновое, хотелось бы еще кое-что узнать о вас. Ну, в первую очередь, как вы проводите свободное время, если оно у вас вообще. Потому что у главных тренеров особо свободного времени. Нет, много свободного времени нет. Как проводим здесь? Только по работе все. 2-3 раза в месяц выйду в город на кофе, и это все. Какая кухня вам больше нравится? Привыкли ли вы к местной кухне? Скучаете ли по хорватской? Или нет особой разницы? Нет, я не скучаю. У меня очень важно здесь, чтобы было все нормально по работе. Это какая кухня, или это все, это... Конечно, это важно, но не думаю только по этому. Я когда скучаю для какого-то, что сам себя приготовлю дома, и никакой проблемы нет. У меня уже 40 лет. А семью вы сюда не привезли в Тирасполь, да? Нет, пока нет. А планируете или пока не особо? Не, просто так. Это ваше решение или, может быть, супруга не хочет с ребенком, хочет быть в Хорватии или как? Не, решение такое просто, что я променил 26 команды как футболист. Uh-huh. И я понял момент, когда меня сын сказал: папа, я больше не могу менять один день быть в этом городе, другой день, в этой стране мира, и так. И после того понял, да, это нельзя. Это жизнь на него, это моя работа, которую я много люблю, а он не надо него использовать из-за этого. И он сейчас уже 15 лет, у него есть серьезная работа, школа, бенд есть, и все. Я не могу сказать, чтобы он пришел здесь. Он к футболу никакого отношения не имеет, да? Не, он все понимает по тактике. Ну что? Да, спасибо вам большое за то, что вы сегодня с нами были. Зоран Зекич был сегодня у нас в гостях. Ну, естественно, мы хотим, чтобы все ваши желания сбылись. Тем более, что ваши желания во многом совпадают с нашими. Это из корыстных, скажем так, тоже целей. Ну, естественно, больше побед, больше забитых мячей. Спасибо, и дай бог, чтобы у нас было больше фанатов на игре. Это, кстати, большая проблема. Я знаю, да, это надо заработать и с отношениями, и с ним будем состараться. И дай бог, чтобы у нас было. Это на последней игре с Оксаном было 250-300 солдат. Уже было для нас много лучше. Дай бог, чтобы так было 2-3 тысячи. Это было супер. Спасибо еще раз большое. Спасибо вам. Спасибо, что нашли время. Да, я присоединяюсь ко всем пожеланиям Мирослава. Будем следить за вами с большим интересом и надеемся, что будете радовать нас игрой и переживать вместе. Скажем так, чтобы вот этих вот прогулок вокруг скамейки после игры было поменьше у вас. Спасибо вам. Только надо быть человек уверен в свою работу и надо думать позитивно. И я уверен, это все будет как хочешь. Вот такие слова, собственно, резюме, под которые особо даже ничего не добавишь. Давайте любить свою работу все вместе, каждый свою. Ну и каждый по отдельности любить футбол. Спасибо, что смотрели нас. Увидимся в следующий вторник. Всего доброго.